Всем привет, с вами Гизма. Сегодня мы поговорим с вами о разновидности маунтов и кому какой маунт лучше поставить. Какой маунт, допустим, не актуальный, какой желательно в первую очередь брать. Так, смотрим. Маунты есть различные. Допустим, если вы хотите получить, сейчас я его найду, льва золотого, то вам необходимо будет сделать первый взнос, там хотя бы минимальный самый киньте, получить или каракса, тогда вы сможете себе поставить золотого льва. Теперь, что касается питомцев, маунтов, которые вам необходимы в первую очередь. Вам необходим рубиновый дракон, его можно приобрести за купоны магната, либо в различных ивентах, такие как колесо фортуны. Или нет, сейчас, секундочку. Нет, в колесе фортуны вы его не возьмете. Ну, самый легкий способ — это получить за купоны магната в самом магнате. Далее. Так, где они тут? Также вам буревой грифон, он также продается за купоны в кроссерверном магнате. Желательно можете взять метлу ведьмы. Также вам нужен дикоклык, он очень хорошо подойдет вашей доре, если она у вас есть, то под дору желательно дикоклык, потому что он дает стойкость. А чем выше стойкость у Доры, тем больше она даст всем вашим героям баф. Вот. Давайте по очереди пройдемся. Небесный скакун хороший, но я его себе не взял. У него баф на весь отряд. То, что он даст, ну, 15%, то, что проигнорируют они весь урон. Процент маленький, и оно того не стоит. Но это вот для какого-либо танка он хороший будет. Потому что он дает вот сопротивление урона и иммунитет к негативным эффектам. Буревой грифон. Хороший герой, можно его, им, его навыком пользоваться, аватар бури, который дает вам атаку и ловкость. Также поставить его можно в верность. Ну, маловероятно, но верность можно поставить. Рубиновый дракон. У рубинового дракона — это дух дракона, который увеличивает всем ОЗ, атаку и защиту на 15,5%. И кровь дракона, который дает баф вашему герою. Его обязательно верность поставить кому-либо. И обязательно выставить этот навык. Метла. Метла повышает уклонение и ловкость всего отряда. Баф хороший. Это в том случае, вы этот навык ставите, если у вас представлен герой какой-либо, который именно там, например, с руной воды, у которого вкачано уклонение, это будет неплохой довольно-таки бонус. Вот. Ну, соответственно, тоже верность кому-либо можно поставить, так повышает ловкость. Дикоклык. Если он как бы более-менее дешевый, дешевле стоит, чем, допустим, грифон или рубиновый дракон, а навык его непробиваемый дает хорошие статы в бою, это распределение урона, защиту и стойкость. Соответственно, про второй навык я его говорил уже. Остальные питомцы, легендарные, там редкие и так далее, их просто для того, чтобы вам больше очков в кодексе давали, и все для этого иметь. Также качать кодекс. Что касается, допустим, артефактных питомцев. Сейчас найдем их. Внизу, в самом, вот они. Три питомца. Ледниковая птица.
Увеличивает атаку, крит и ловкость. Да, хорошая, стоящая замена, допустим, духу дракона. Ну, здесь вы выбираете ОЗ защита и атака, либо атака, крит и ловкость. Я думаю, если у вас основной герой, там, у него руна, допустим, стоит ветра, либо воды или земли, то да, этот баф будет отличный для него, потому что он дает крит. Что касается верности, увеличивает атаку и защиту на 5,6%. Если ОЗ выше 50%, дает иммунитет к эффектам контроля. Да, его обязательно верность поставить любому герою, какому захотите. Желательно, даже не знаю, наверное, более-менее прокачанному, потому что контроля много летит. И то, что он дает иммунитет, это очень хорошо. Следующее. Призрачный орел. Призрачный орел дает ОЗ атаку и защиту, как и рубиновый дракон. Но рубиновый дракон дает на 3 хода, этот же дает на 5 раундов. Хорошая тоже замена рубиновому дракону, потому что теперь у вас навык этот дает на 5 раундов, не на 3 раунда, то есть больше шансов выиграть. Что касается верности, нет, верность его не поставить, потому что от использования ультранавыка всего 2 там и 2% ОЗ восстанавливает. Просто отплевываюсь. Все. Не хочу я про него говорить. Третий. Майюра. Третий. Артефактный маунт. Песнь Майюры увеличивает крит меткость и уклонение отряда на 21% на 5 ходов. По-моему, для меня это считается лучший, наверное, маунт. Если я хочу качать кого-то из отряда, кто у меня будет с уклонением, я поставлю именно этого маунта. Потому что и меткость на больших уровнях нужна, потому что многие сейчас ставят уклонение, качают. И крит есть, и уклонение все есть. Что касается верности. Увеличивает свой максимальный ОЗ на 8,4, максимальный ОЗ союзников. Да, хороший баф на его, наверное, верность поставить кому-нибудь там хилу, потому что вам, главному основному дамагеру, он не нужен. Вот. На этом по маунтам. А нет, еще есть вот полтергейст. Новый маунт вышел, появился он в событии Хэллоуин. Вот. Он навык у него как буревый, от буревого грифона, но действует не 3 хода, а 5 ходов. Вот. Что касается верности, под атакой снижает ярость атакующего на 5. Снижает атаку и защиту атакующего на 2,8, на 2 хода. Нет, верность я его однозначно не ставить, слишком слабо дает. Вот. На этом все. Всем спасибо. Выбирайте под себя питомцев, маунтов точнее. Я вам показал раскладку, которая у меня, которую я считаю хорошей. Вот. Также я планирую взять, сейчас я вам покажу, за купоны магната. Это багряный ястреб. Вот. Атака, ловкость, уклонение героя. И теневой тиран. Планирую их, точнее сумрака взять. Планирую их взять, просто потому что хочу. Всем спасибо. Видео было подготовлено для канала РБК Games в Ютубе. Заходите в группу контакта, участвуйте в конкурсе, выигрывайте монеты. Всем спасибо. С вами был Гизмо. До свидания.